Вы знаете, все зависит от той ситуации, в которой люди оказались, российские граждане. Вот. Если им приходится совершать геройские поступки, то, конечно, их можно считать героями. Но, в принципе, их задача немножко другая. Не совершать героические поступки, а решать те проблемы, которые есть сейчас на данный момент в Донецкой республике, на востоке Украины. Непростая задача, труднейшая. Уже знаем, сколько там людей погибло. И в первую очередь надо, конечно, остановить вот эту братоубийственную войну. А потом уже постепенно решать все те проблемы, которые останутся после этого.